Здравствуйте, друзья! Это Анапа. И сейчас я немножечко покажу вам морской порт. Марину. Сегодня у нас какое число? 16. Да, все так же 16. И приступаем к нашему репортажу. Thank you.
приглушенный цвет. Это вот камера, самого смартфона Xiaomi. И мы с Наташей вот так вот не спеша, ну, правда, я все равно быстро всегда хожу, бегаю. Но, тем не менее, как можно медленнее мы старались идти прогулочным шагом. Дошли до речки Анапки. Вот она тут впадает. Снова она теперь впадает в Черное море, потому что летом там образуется перешеек, по которому можно ходить, а Анапка вот здесь вот стоит. Сейчас можно наблюдать ее течение даже.